Я на таком мероприятии, на такой лекции впервые. Очень интересный формат, очень много чего интересного я услышала о «Пиковой даме». Хочется ее пересмотреть прямо в ближайшее время еще раз. «Пиковая дама» была написана в 1890 году, очень быстро. Писалась она во Флоренции зимой 90-го года. И уже в декабре состоялась премьера в Мариинском театре. Фатум – сила судьбы. Это одно. Герой – несчастный страдалец. Тот, кого этот фатум берет за горло и заставляет показать себя. Такова романтическая история судьбы и человека. Так вот, Чайковский, один из немногих, показывает первую такую занозу. Фатум и наша душа сделаны из одного материала. Спасибо большое вообще театру «Геликон опера» за то, что проводят такие лекции. Это очень ценно, важно. «Пиковая дама» вообще моя любимая опера. Это очень интересно все, что рассказывал профессор. Вся эта лекция была очень интересна. Действительно, хорошо, что все это совпадает с современностью. Ты можешь найти какой-то отклик в жизни своей и помочь разобраться во всех вопросах. И тем более, как молодым артистам, нам это очень важно для исполнения этих партий. Я вообще очень тоже люблю эту оперу. И каждый раз ее смотря и слушая, ты все равно изучаешь что-то новое. И сегодня, опять же, я выделила для себя определенные новые моменты, которые до этого не замечала. И эти прекрасные оперы, и чем больше о ней узнаешь, тем больше получаешь для себя, и это будет помогать в будущем. Это потрясающая лекция. И, собственно говоря, какие-то музыкальные произведения, как правило, не воспринимаются в разрезе вот тех препарированных феноменов или феноменов, да, которые мы услышали на лекции. Да? То есть это какой-то анализ какого-то русского архетипа, совершенно неожиданный, совершенно такой исторический и современный. Я потрясен. Знаете, приятно всегда встретить такого глубокого человека. И очень было отрадно увидеть другой взгляд на Петра Ильича, потому что мы знаем его с одной стороны, а здесь более глубокое понимание, более социальные проблемы затронуты, и некая проекция есть через музыку на его видение государства. И эта лекция, она реально вот очень нужна современной молодежи и нам, всем жителям. Спасибо огромное. Прежде всего, хочу поблагодарить Дину Константиновну. Я получила огромнейшее удовольствие. Человек обладает просто великолепным словом, и у меня появилось большое желание послушать оперу, послушать исполнение Чайковского, перечитать «Пиковую даму» и с огромным удовольствием сходить сюда на данную постановку.